Всем доброго времени суток. Всем привет! Извините за лаги. Судя по всему, это из-за того, что я поднял битрейт. Вот, хотя, в принципе, как бы ОБС-ка никаких проблем не показывала. Но это явно из-за этого. То есть буду потом разбираться, что случилось. Правда, пришлось из-за этого пропустить этот ролик с цитатника. Я думаю, в перерыве посмотрим. Провошкались из-за того, что все уже, да, в курсе, что у нас партнерочка есть теперь. Да, это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость. Я в тот же день ночью уже написал в саппорт Твича, и нам сменили префикс для смайликов с копилк 1 на копилка просто. Это вообще очень круто. Вот, я даже новый смайлик туда уже добавил один. А еще он монетки нарисовал. А, точно, точно. Видите, вот монетка с буквой К. Да, у всех сабов теперь будут медные монетки. Потом серебряные. Ой, какие медные? Медные, бронзовые, серебряные, золотые, платиновые. До платиновой, правда, нам далеко. 2 года. 2 года, да. До золотых тоже, в принципе, не близко, там целый год. То есть первая дается медная за просто за подписку. За 3 месяца подряд будет бронзовая. И потом за 6 месяцев будет серебряная. За год золотая. За два года уже Да. платиновая. Чего да-да-да-да. Кстати, НМС-ка, конечно, такая хитрая штука. Я думал попробовать за кадром. Постоять просто на ферме, чтобы поросло все. Вот, но оно не растет. А это у тебя вот, допустим, погладже идет, чем вот на стриме на самом. Это нормально, да? Поглажа? Да. Не сказал бы, что поглажа. У тебя глажа идет, я же сравниваю. Не знаю. Я, кстати, давно смотрел, мне еще не нравится, у меня как-то FPS сильно проседает. Это здесь вот проседает, а у тебя еще более-менее нормально. Не, у меня тоже проседает. Я когда один запускаю, гораздо лучше. Тишку заценили нового, да? В очках. Давайте попробуем кое-что другое сделать. Я Game Capture выключу. Включу дисплей. Может, получше Лизу еще будет? пока не делали. Руки не доходили. О, так лучше. Вроде. Или нет, все равно какой-то FPS просевший. Заценили. Крутой, да? Я вам скажу, не Тишка, я вам Тихон. Ага. Алиска рисуется или вы сфотки будете Мы делать? даже не знаем пока, не смотрели, получится ли там фотография или не получится. Не, Она я ж поглядел такая вот немножко, но там. однотонная. Да. Там еще тень не очень удачно лежит. Я не знаю, получится с ней действительно что-то сделать или нет. Такой чатик весь в монетках. Ну Прикольно. да, какие вы молодцы у нас. Все тишками хвастаются. Так, ну ладно, а чего мы будем делать? М? На чем мы остановились? Мы Мы хотели дальше остановились. лететь, и нам что-то нужно было по пути собирать, а мы решили, что будем смотреть по ходу дела. А, мы ждем, когда у нас гравитина вырастет. Мы ждем, когда у нас вырастет Ну, в смысле гравитина. ждем? Мы что, стоять и ждать будем, что ли? Да, вот сейчас вот так вот камеру поставлю и все. Пусть ждут, смотрят. А, в бубен бьют. Угу. Насколько я помню, мне нужно еще какое-то количество этих. Тамия надо, да. Вот, тамия надо. Ядовитый еж? Подожди, я такую выращивал?
Зачем тебя ядовитый ящер? Не выращивал. Я, по-моему, не помню такого. Вот у нас гравитина, а еще у нас есть белковый жемчуг, но тут все сложнее. У меня дежавю, этот монолит уже пятый раз слово дает. Саша выходит, по традиции его забирает. Ну да. Водорослевый мешок. Это, наверное, под водой можно найти, да? Судя по названию. Сфера белкового жемчуга растет аж 80 минут. Ничего себе. Ну, мужская музычка стала приятнее. Точнее, разнообразнее и приятнее. Местами. Яна, спасибо тебе большое за 390 рублей. Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Вы лучше. Мне это напомнило в этом, в ЛВП пельмешки-то там продавала. А, да, я могу. Погарсовали, давай пока полетели, пусть она там растет. Мы делами с вами будем заниматься. Ну, нам надо, да, да. А время в НМС в чем измеряется? Ну, все так же. Во времени. В часах. Саша этот смайлик себе на аватарку сделал. У меня в Дискорде он, и да. И в Дискорде, и ВКонтакте. А, и ВКонтакте точно же. Когда Тишка стрим по Ведьмаку 3? По Ведьмаку 3 стримов не будет. Ну, по крайней мере, мы не планировали этого. Интересно, тут меняется что-то? А, тут миссии. Нет, нам надо туда добежать. В пятницу, наверное, спор будет. Да. Да, не наверное, а очень. Практически 99%, я думаю. Ну, в смысле, время реальное или ускоренное? Ну, растет оно, по-моему, в реальном времени. Ничего нового не появилось. А вы уже заценили Алису от Яндекса? Ну да. Да, заценили. По-моему, кто только не поболтал уже с ней. Только самый ленивый, наверное. Но жалко, у нее функционал очень сильно ограничен. У меня, допустим, есть программка, которая может распознавать, точнее, с английского распознает и может нажимать кнопки какие-то. Вот, то есть можно, в принципе, через микрофон там какие-то действия выполнять. Очень удобно во всяких симуляторах. Вот. Но, допустим, Алису нельзя прикрутить к этой программке, чтобы она на русском распознавала. То есть она не встраивается в винду, как бы, как надо. Зато мне нравится, допустим, как она разговаривает в сравнении, допустим, с другими аналогами. Там, конечно, такой прям вот... Речь такая рваная, то есть... И... Ну, не очень это все слушается. А Алиса так достаточно мягко и ровно говорит. Вот поспешите меня, как обычно. Ни к чему хорошему это не приведет. Да, Алиса это Siri от Яндекса. Аналог. Я так понимаю, что эта Алиса вообще пока под мобильную платформу в большей степени заточена. Ну да, это я думаю, они сейчас пока пробуют, тестируют. Мухаха, спасибо тебе за подписку за 25. Ого! Баксов. Ничего себе! У нас уже двое таких. Да, вторым будешь. Кто третий будет? На троих сообразите. По писярику. Отвлекаете меня, я забываю, что надо делать. Что я хотел точнее сделать. Мне надо выгрузиться. У нас теперь две императорские короны. Подожди, где? А вот же. Так по поводу вот Алисы, мне кажется, вот они сейчас экспериментируют больше. Она неплохо смотрится, но ее еще допиливать надо. Если они ее доделают, из нее конфетка получится.
Лично мне бы хотелось, так как у нас нет нормального распознавания русского языка, чтобы они сделали, встроили это в Винду, чтобы я мог это использовать с другими программами, которые используют распознавание голоса. Потому что у нее очень неплохо получается, конечно. Вот эти вот все зачитывалки, которые текст зачитывают, они как-то очень криво звучат все. Какие-то непонятные ударения ставят. Какие-то непонятные акценты слышатся, по крайней мере. То есть за счет того, что вот слова как-то вот так вот составляются криво. Продать можно. Мордит, по-моему. А, нет, мордит, наверное, нельзя продавать. Пугней 1000. Вот он мордит. Угу. Еще, наверное, платину надо выгрузить. У меня там 1000 тоже. С собой-то ее таскать, в принципе, смысла нет. А, мы же какие-то апгрейды для корабля могли сделать. Нам омегон нужен был, который у меня теперь уже есть. Можно глянуть. Вот, допустим, сила луча. Где-то. Vortex Cube 3. Углерод 50 и омегон 100. Vortex Cube. Да. Ты как раз собирал их. Да. А, ну я редко пользуюсь этой штукой, но я не могу ничего. Я бы лучше вот что-то такое сделал. Тамий, кризонит, иридий. Опять этот тамий. Потом вот эта штука. Пространственная матрица. Ну тут целых 3 штуки надо. Вот, золото. Лучше вот это, урон пушки Тета. Потому что она у меня самая раскачанная пока. Ага. 10 гравитинных шаров. Нифига себе. Угу. Так, ну золото у меня есть где-то. Я собирал, я помню, 1000. Вот пишут, сейчас глянул сайт Алисы. Так есть же голосовой помощник для Windows, бета-версия. И? Она у меня и установлена. Так она у тебя и стоит, да? Но она бестолковая достаточно. С Алисой не работает. В смысле? Или как ты? Ты думал, что они вместе будут работать, или что? Это я, может, не поняла? Кто с кем? Я, наверное, вас не понял. Я думал, ты хочешь Алисе больше функционала. Ну да, ну Алиса под винду достаточно бестолковая. То есть нет, она ищет, она в Яндексе ищет, да, она там еще что-то делает. Но она, допустим, мне она не запускает ни одной программы нормально. Может быть, какой-нибудь скайп популярный она и запустит, я не знаю. Но, допустим, Дискорд она не запускает. Может, меня во всех этих программах смущает, что они получают доступ полностью ко всему компьютеру. Ну их нафиг. Вот так. Да, ФСБ следит за вами. Да при чем это ФСБ? Ну, мне пофигу на это ФСБ. То есть мне скрывать нечего, поэтому пусть волнуются те, кому есть что скрывать. Ну, просто мне сам факт не нравится, что там что-то лазит, что-то хочет, что-то само делает. Ну, хотя удобно, соглашусь. А за трехмесячную подписку монетку не достанет серебряной? Не, монетки — это длительность подписки. Не, он имеет в виду, что 3 раза подряд подписаться. Ага. Ну, в смысле, на 3 месяца сразу. А, трехмесячную? Ну да, сразу другой будет цвет, наверное. Не да? факт, я не знаю. Нет? Или только по истечению 3 месяцев? Я не знаю. Мы не знаем. Вот, да. И не серебряный, да, бронзовый. Ай. Я так не могу работать. Ладно, все, не отвлекаем тебя. Так, хорошо. Ваяй, твори, экспериментируй. Ха-ха-ха. Так, хорошо. А чё после Наташиных слов, я не поняла. Минус стрим? В смысле минус стрим? Ну, это ФСБ там, Яндекс. Такие, хоп, все, хватит стримить.
Кто на нас тут наговаривает? Ой, да конечно. Чихать им на наши стримы. Надо бесплатный сыр только в мышеловке. Я соглашусь, лучше делать все самому по старинке ручками. Ну-ка, напиши-ка мне распознаватель русского языка, чтобы я мог его использовать. По старинке ручками. Так, золото. Иридий. Ой, иридий-то у меня как много надо выкинуть. Так, платина. Ты сейчас чего делаешь? Разгребаю барахло. Место освобождаешь? Ну да. Мы сейчас куда полетим? Дальше? По планеткам, да? Не знаю. Я сейчас пока вот этим занимаюсь. У меня, наверное, там трава какая-то прорастет. Надо будет это собрать ее. Так, я не понял, я же 1000 платины. Сейчас я вам расскажу историю про котов. В смысле, ты? Тишка у нас такой гад вообще стал. Ну, в смысле, он хороший, но он гад. Он Лизу будет, прикиньте, вот просто вот напрыгивает на нее, она спит, а он ходит шелопопой такой. Не знает, чем заняться. Вот и прям всеми четырьмя лапами сверху плюхается на нее и начинает ее кусать. А она бедная, там, с припугу, с просонья. Драться начинают, убегают, прячутся от него. Вот у него такой вот прикол в последнее время. Уже несколько раз так было. Представляете? Вот засранец. Сейчас как чихну. Или не чихну. Вроде нормально. Отпустила. Да-да-да, кусь-кусь. Так она потом могла бы отомстить, но не мстит. Вот такая вот она. Но периодически она его так будет. Нет, теперь? Она его так не будет, она его лизать начинает, вылизывать. А потом они начинают барахтаться, кусаться оба. Трофей этот, зачем мне этот трофей, интересно? Он нужен мне вообще? Не, ну я же его не ругаю, я его не ругаю, просто вот жопик. Каприт, ты где? На, во. Вчера мышей привезли им. В смысле, не настоящих. Нашли в магазине мышек, которых он любит, мы покупали. Пару лет назад, да, вот одну мышку в этом магазине в каком-то. Какой пару лет назад? Чего? Пару лет назад. Самую первую мышку, когда. Ой, пару лет назад, господи, год назад. Точно. В общем, он еще маленький был. Покупали ему совсем уже. Да меньше года, меньше. По-моему, год. Да какой год-то? Ему только буквально сколько год? С копейками. Ну сколько он маленький был, еще бегал с этой мышкой. Да нет, мы ему уже Лиза у нас была, когда покупали эту мышку. Ну сколько ему было, там 2,5 месяца? Да какой больше? Нет. Странно, да-да. В общем, давно покупали мышку. Что-то я уже совсем во времени запуталась. Давно покупали мышку на палочке, вот фирму, по-моему, Трикси. Вот мы не знаем, чего ему так понравилось, но я только увидела, он просто в каком-то глаза шалел и... Сняли ее с этой палки, просто отдали ему все. И у него вот, я не знаю, вот он бегал с ней, носил ее в зубах, играл с ней, спал с ней. Там вообще просто не оторвать было. Он на протяжении очень долгого времени, он выдрал ей все перья из попки. Из попки, очень важные детали. Вот он бегает с этой мышкой, мышь во рту. Он мурчит, там что-то рассказывает, причем с мышкой во рту мяукает, там что-то муркает. И в итоге он ее потерял. Мы потом искали именно такую же мышку. В итоге вот мы нашли их. Вот у него где-то теперь по квартире штуки 4, наверное, да, валяются уже. Он запинывает. По-моему, их уже штук 5.
Ну вот, L4. Реально, вот я не знаю, что ему так нравится в этих мышках, просто непонятно. Мы сначала думали, по-первых, что привлечение там у него идет к мяте какой-нибудь, там, или еще к чему-нибудь. Так нет, у нас были другие игрушки с мятой, бесполезно. Вот ему вот эти вот конкретно нравятся. Ну да. А там мышка такая прикольная, маленькая, ворсистая. И при этом в ней такая погремушка есть, какая-то небольшая. То есть она гремит. Ну вот он от них прям прется. Конечно. Так. В Диссе фотку скиньте. Фотку на что? На мышку, на перья из попки? Или на что? Какая она в новом виде? Там я нет. Там я нет. А у Лизы у нас наоборот. Мышки ей достаточно ровно. Мышки ей не особо нравятся. У нее мания резинки для волос. Ну, прикиньте, ей никакие игрушки не нужны. Вот купите упаковку дешевых резинок для волос, она будет с ними бегать, играть. Счастье. Особенно белые любят почему-то. Так. Тоже ничего нет. Е-е-е, полетели. Сколько прошло? Ну, 30 прошло? Не, меньше. Иремиум. Так. То есть мы сейчас находимся, в принципе, в как раз последней нашей системе. Можно даже, наверное, гипердвигатель заправить. Там такой набор, там что-то штук 10 или, может быть, больше было на картонке намотано. Ну, то есть сразу упаковку брали. И там серые, черные, белые резинки были. И вот самые любимые у нее белые почему-то. Вот, непонятно. Играет, то есть, как бы со всеми, какие есть, такие и носим в зубах. Вот, но... Белым предпочитает. В смысле. Что-то я запуталась в словах. Отдает предпочтение его. Белым. А я себе, кстати, мультитул же могу еще прокачать. Почему я не прокачал его? Странно. Ну ладно. Поехали! Мы куда? Ну мы дальше, получается. Давайте я бумажки сейчас достану. Давай. И ручку мне, пожалуйста. А вот. Ручка у тебя должна быть. Есть. Ага. Так. Ната, Александра, вы пробовали палочки в шоколаде Покки? Нет, не пробовали. Первый раз вообще слышу про такие. Да. Ой. Так, ты у нас кто? Вайкины. Корбаксы. А, подожди. Оно показывает? Да, текущий показывает. Тихо, тихо, тихо. Дети. Ну вот можно, наверное... Да не сюда. Вот сюда. Мы в этой системе все глянули уже? Да. У нас там одна планета всего. Да? Подожди, а здесь что? Две звезды или... А, это две звезды рядом. Да, это две звезды рядом просто. В смысле, две системы? Ну, две звезды, две системы, одна фиксственно. Кстати, а у вас там звук-то игры не громкий? Никто вроде не сказал ничего по этому поводу. О, но я думаю, что он станция громковатый. Станция какая, смотри. Ага. Там планета с Луной. Нет, там не планета с Луной, там звезда просто рядом. Секунду, я вам звук потише сделаю. То, мне кажется, у вас орёт. Такие моменты. Говорят, нормально. Терпимо, нормально. Ну-ка, ну-ка, что там еще? Кто-нибудь еще скажет? Норм, 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 норм. Кто-то ругнулся, я вижу. В самый раз говорят.
странно, что норм, потому что после того, как Twitch перестал глючить, всем просто за счастье любой звук. Так, посмотрим сначала, что там у нас продают по рецептам. А, это я по заданиям пришел. Ну, тоже можно набрать, кстати. Которые у него глаза настоящие? Или все? Да все настоящие. Почему не моргает? Ну, не моргающий такой, он серьезный просто. Он, наверное, их тряпочкой протирает. Александр, как вам новая, как вам бета-версия нового Твича? Или вы ее не устанавливали? Я не пробовал ее вообще. То есть он мне предложил, я на нее переключился, но понял, что она слишком бета еще для меня. Я не смог ей пользоваться и перешел обратно. А я хочу бета-версию Ютуба. Почему она мне дает? Что это такое? Там модерка новая. Звук почему громкий был? Потому что у вас партнерки не было. Где связь? Ну, так же, как и с велосипедом, что-то непонятно. Я говорю, почему злой был? Это потому, что у меня велосипеда не было. Правильно я поняла, да? Ну да, я думаю, правильно. О, какая у тебя шляпка красивая. Так, тут очень много всякого прикольного. Грузовой корабль Warp Reactor, скорострельность, раз. Охладитель, урон, скорострельность. Так. А ничего здесь интересного нет. Ой, замолчи уже, сколько можно? Это он мне там впаривает, видимо. Говорит, вот это, смотри, хорошая штука, вот это вот. Ты тоже можешь вообще помолчать, а? Не может. Короче, здесь ничего нет интересующего. Убегаем, убегаем, спасаемся. Надеюсь, никто не ослеп. Тему о велосипеде. Почему Крайс грустно был? Да потому что вы не купили подписку. Ха-ха-ха. Так, у нас тут сколько планет-то вообще? Давай, кстати, назовем ее сразу. Копилка LP10. Ага, ты осторожнее там называй. А то у нас уже есть две копилки. 9. ЛП. Копилка ЛП-10. Так, тут у нас 4 планеты и 1 луна. Ну, полетели на неизвестную планету для начала. Добрый вечер, кто пришел. Арктическая планета, морозный кристалл, золото, иридий. О, ладно, однако. Привет всем опозданам. Что вот здесь я хочу пофоткать. Так, меня напрягает, что мы где-то сели. Прямо на краю, да? Фу. Вот бы ты сейчас съехал на попе туда. На попе, ага. Тут не на попе, тут башкой вниз.
Нет, ну съехал бы, а дальше летел бы. Давай назовем, что ли, сразу. Давай. Фишекс. Фишекс. А, плейн. Угу. Ну вот, поздравляю тебя с планетой. Какая-то морозная. А чё, говорят, это Юра, что ли? У нас. Нет, такое это не название Юра. Дал. Нет. Странно. У Юры там Фаурна. Да. А, да. Ниже, ниже. Вы чего так? Еще рано панику поднимаете. Чего вы вообще взяли, что это Юрина? Я не планета? Знаю, с чего они взяли. Юра там писал просто, что у него третья планета по списку. Но это же не третья, это же первая только. Четвертая получается. А, ну или даже четвертая. То есть еще не факт, что мы доберемся до нее. А сейчас у нас Fishex Plane. Так что вот, поздравляем. Да. Люблю, кстати, морозные планеты. Они как чем-то таким вот навеивают. Умиротворением, что ли, каким-то. Зимой. Ну, в пячку, наверное, впадаю. Мне нравится. Прикольно. Кстати, тут морозные кристаллы есть. Может быть, есть смысл пособирать. Даже. Ты куда? Фига ты место для посадки выбрал. Ау. Это надо пофоткать тоже. О, там динозавры какие-то. Живность даже. Комментарий. Я вот... А вот я видела, что модером менюшка при ПКМ на человеке появляется. Типа тянуть можно, чтобы просто очистить, забанить и тому подобное. Это из-за БТТВ или Twitch себе такое добавил? Twitch, по-моему, такое не добавлял. Это либо ББТВ, либо ФФЗ. Сколько у него там лап, я читаю? А, ну, шесть. Да. Шесть, да. Красавчик такой. Грустный какой-то, без ушей. Надо солнце направление поменять. О. Класс. Чат, кто в НМС играет? У меня у одного все геки при разговоре предлагают кружку, из которой пить нельзя. Это в чате я читаю. Что за кружка, из которой пить нельзя? Я не знаю. Первый раз слышу. Ой, а чего я его не за это? Не за что? Не просканировал. Нам, кстати, сканировать надо, надо потом убивать агрессивно всяких существ. Крайос, а ты любишь зиму? Фиолетово. Не могу сказать, что не люблю, но не могу сказать, что люблю. Так же, как и лето. Ну, это приравнивается к вопросу, какое у тебя любимое время года? Я как елочка. Мне пофигу. Ух ты, сколько платина. Ого, целая нифига мне, правда, столько, не знаю. Продам. Надо было сначала заскриншотить, а потом уже собирать. Ну, я могу сейчас заскриншотить. Там что осталось-то? Обгрыз все. Ну, и написать буквами. Здесь была платина. Прикольно, смотри, деревья такие. Да. Я что-то подобное уже даже скринил. Ну, можно еще сделать. Я просто говорю, прикольно.
Так. То есть это все одинаковые деревья, в принципе. Цинк. Вон, морозный кристалл. О! Кто там это? Кучно как-то. Может, там какой-нибудь опять детритий? Не, детритий так не ищется, по-моему. Не, морозный кристалл. Ну, его вот, кстати, много можно пособирать, пригодится. Можно будет выращивать. А нам нужно, да? Нам на стекло нужно будет. Сколько? Ой, много. Сколько наберем, столько наберем, называется. Снег бесконечно много. Под ногами. Да? Да. Там идешь такой трын-трын-трын-трын. Трын-трын. Иридий. Титан. Ух ты. Где титан? Ну, вот здесь. Это же титан. Это титан? Ти. Ну да, вот он. А. Ого! Неплохо. Копилка диалог с неписями и геками. Всегда про кружку. Увидите гека, поговорите с ним по возможности. Так мы с ними вроде уже столько раз общались. И ни разу не видел, что там что-то про кружку было. У нас, наверное, просто язык не изучен их. Поэтому мы не понимаем, что они нам про кружку. Кто там орал? Ну, кто-то орал. Ага. Не получилось? Получилось. Как хорошо, что сейчас можно корабль, ну, призвать. Да. Это реально классно, то, что они это сделали. О, Тами. А то идешь, путешествуешь, он вот зашел, и потом бамс, обратно надо идти. Тут как-то прикольно все. Полянками, прям кучками. Да, тоже хотел сказать. Интересно, это особенность планеты такая или... Ну, просто рандом такой. Ой, замерзаю. Нам срочно нужна пещера. Ну, или копайте Шура. Или корабль призывать. Зачем ты тратить будешь? Да ладно, мы тут походили уже. Вот ленивая жопа. Да не, ну а нам, в принципе-то, просто так бродить по этой планете тоже смысла нет. То есть, вот что у нас? Убивайте существ, просканируйте уникальный минерал. Во, минерал надо просканировать. А, опять убивайте существ. Уничтожьте планетарные склады. Вот, можно по меткам полетать. Убивайте существ. Уничтожьте стражей. Ага. Опять убивайте существ. У нас тут столько на существ квестов, конечно, вообще. А. Железо еще можно посмотреть мало. Ну и где точки интереса? О, вот одно. О, капсула. Прикольно. Круто. Очень крутая планета такая. Прям нравится. Угу. Ну вот, накопили денег, да? Ну да. А где ты будешь добавлять? Да, наверное, грузы.
потому что места всегда под груз не хватает. 600 тысяч, потом будете говорить: Саша, купи корабль. Какой корабль тут с ячейками с таким? Повернись направо, пожалуйста. Сейчас. Чуть-чуть правее просто, не сильно направо. Во, это пещера, да? Ага. Да, пещера. Я думаю, что там такое? Там ничего как-то и нет. В этой пещере... Ух ты. Как его обрезало. А вот синее это что такое там? Кристалл какие-то или что? Вот это? Да-да-да. А ничего, по-моему, просто это вообще так, да? Ага. Фикция, да. Там прям над тобой кто-то летал. Ага, вы-то мне и нужны. Ты будешь как, опять до этого, двухногого? Нет, специально не буду, зачем? Что, вниз укатился самый, да? Ага. Она еще и катается тут. Ви, такая веселая. Ви! Пещера красиво смотрится снаружи. Такие, с рамочкой. С рамочкой. Ну, сканируй. Там ничего нет, я туда не пойду. Ай. Что на повестке стрима? Просто фарм или продолжать прокачивать базу? Мы и то делаем. Да. Пытаемся, по крайней мере. По идее, сейчас вот надо слетать обратно на станцию и вернуться на базу. Там наверняка уже что-то выросло. Вот, перепосадить надо будет. Кто там, платина? Точнее, даже не перепосадить, а новый посадить. Там платина, да. У меня много платина. Угу. Ну и чего, и где эти морозные кристаллы еще? Кучками. Полянками. Спокойной ночи, кто уходит. Спокойной ночи. Так, у меня этот Steam контроллер дрифтит немножко, оказывается. Я думаю, что мне так неудобно. Все? Откалибровался? Вроде нормально. Бедный. У некоторых там уже полночи. А я говорю, нам надо пораньше начинать, хотя бы на часик. Да всем не угодишь, Саш, что... Многие приходят, даже если всем начинаешь, и приходят и говорят: ай, не успели. Печаль какая, беда какая. А надо взять, наверняка есть какая-нибудь карта. Точнее, даже не карта, а это самые удобные часовые пояса для там СНГ. Например. Наверняка там будет какое-нибудь время указано. Типа самое удобное время для большинства в этом. А во сколько вы ложитесь спать, если ложитесь, конечно? Не, мы не спим, зачем? Зачем, действительно? Тратить время на это еще. Короче, я собираю сейчас вот эти вот еще две штучки и полетели, наверное. Ну, даже вот сейчас вот пишут, да, у кого-то вот 19.52, у кого-то 2 часа, у кого-то 3.53, у кого-то 12 часов ночи. Ну да. Да, полетели. А, подожди, нам склады надо повыносить же. Да? По заданию? Ну да. Один склад, по-моему, наверное. И как его искать? Так вот, визуально? Визуально летать искать. Ну не то, что визуально, а вот... Взлетаем, сканируем, полетели.
Буря. Это я вовремя. Буря, уходи. Трава не расти. Да, солнце. Не свети, птички, не пойте. О, монолит. Ну и что, пусть будет. Не трогай его. Будет. Сейчас ты ради одного монолита будешь вылазить с корабля. Ну, раньше вылазил. Саша, если такое время будет, то будет одно днем. Ну, я думаю, что, да, где-то будет часа в три, наверное. Но при этом получается, что... Ох ты. Были деньги и кончились. Так у меня столько денег все равно нет, чтобы сейчас купить. А сколько? А, 600 тысяч. Наверное, 650 будет стоить. 600, наверное. Оно, похоже, все уперлось, то есть это стоимость. Это максимальная цена, да? Они увеличиваются больше. Да, похоже на то. Потому что я уже несколько раз покупал по цене 600. Но в три нам, конечно, не очень удобно. Это завод. Нам завод не нужен. Хотя на заводах могут быть чертежи интересные. Что-то такое там внизу. Ну, что-то такое не очень интересное. Ты не очень там внизу. $300 от Бильбо Бэггинс. Спасибо тебе. У вас со Светой прям традиция какая-то, что ли? Ой, зачем с я с Яной? Ой, с Яной, да. Да чего? Я просто задумался, что я не туда сел. Так. Ну где эти склады? Вот когда надо, они не попадаются. Может, можно просто поставить эту антенку и поискать, или там маяк. А там можно склад искать? Я без понятия. Не уверен. Давай попробуем, это было бы проще. А, подмораживает-то как? Так, маяк. Нет, это мне не надо. Атмосферный комбайн, автономный сборщик, усилитель сигнала, вот. Склады ищутся со сканера вездехода, вроде, пишут. А так, склад нельзя найти? Капсула, база с возможностью, монолит, место рождения. Нет, это все не то. Все не то, да. Ну, да, кстати, склады ищутся с вездехода. Но вездеход-то дорого как-то поставить будет. Да, дороговато. Давай летать. Да, в принципе, можно забить. Мы найдем еще где-нибудь здесь. В этой системе, я думаю, случайно. Как-то сканер сейчас сканирует не так, как раньше. Раньше прям просканировал кучу точек вокруг. А сейчас летишь, и никаких точек вообще нет. Это как? Может, тут ничего и не было. Такое ощущение, что он даже и не нужен, чтобы находить точки. Такое сканер ощущение, этот, что стало все пореже. Не как раньше, каждые 10 метров. Ух ты. База. Прям даже с площадкой. Да, и... Можно приземлиться, все равно здесь не тратится. Может быть, амигон купим или еще что-нибудь такое. А тут не всегда бывает торговые. Не всегда, но... Не, ну частенько здесь, конечно. Конкретно здесь бывает частенько. Продавайте. А что мы можем продать? Пугни можем продать. Иридий можем продать. Платину можем продать. Все. Больше ничего не продам.
Я жадина. О, Тамей. 89 заберу. Потому что его всегда мало в последнее время. Живая слизь. Зачем? Слизить. Ну вот, омегона, к сожалению, тут нет. Поболтать с тобой, что ли? Друг. Низкие юниты технологии. А я не знаю, технологии для экзокостюма или нового мультитула. Модуль здоровья Сигма, ух ты. А почему ух ты? А потому что за него наниты не надо отдавать. Подожди, или я там 100 нанитов отдал? Юнитов вроде там было, а не нанитов. Вот, простых юнитов. Здоровье. А куда он ставится, этот здоровье? Наверное, можно просто в технологии воткнуть. Потому что у меня, по-моему, вообще таких нет. Красненьких тут. Ну да. Ну стой. И чего там про кружку говорили? Ну да, я не вижу. Попросить указать путь, попросить помочь с диалектом. А, слабо выучить. Яков, ну да. Клюв. Ну хорошо. А вы не собираетесь теперь проходить? Честно, даже не скажу, когда мы ее собираемся проходить. Мы хотели бы, но... Да, мы хотели бы. Это сплошное но. Особенно учитывая, сколько у нас сейчас игр идет. Ладно, полетели на базу. Чем нам записать тут неинтересно? А сколько вообще канал с нами может жить? В смысле? В смысле? Я не поняла вопрос. Ну да, я тоже. Не понял. А, во. Снаружи не забудь щелкнуть ее. А, забыл уже. Ты один плюсик поставь, да? Ну я поставила, на всякий случай, но я тебя сейчас буду контролировать. Так я сейчас сразу вылечу тогда. Подлечу спорку. Ну давай сразу. Да я потом забуду в любом случае. Саша, ну ты круто втащил пятерым боссом в Shadow of War. Это сегодня серия вышла, где в конце. Да, ага, Пилилова ага. Было такое. Да я там назвал ее даже слишком много капитанов. Как хотите, так и понимаете. Даже такой двусмысленный. Не, ну как получилось. А вообще, народ там пишет, что... Может быть, у капитана какой-то префикс, что ты не сможешь сконтролировать у него. Ой, ну, сконтратаковать, господи, сконтролировать. А, да, и там вообще с этими префиксами все очень весело, как я понял. У каких-то есть какая-то железная воля, ты не сможешь захватить его. Там, ну это в будущем, понятно. Мы до этого еще даже не добрались. В том плане говорят, что нам очень сильно повезло вот с этими солдатами.
А у него разве был такой префикс прям вот? Я не знаю насчет префикса. Мне кажется, солдатами здесь это такая фича, вот это, ну, блоки, так сказать, когда еще никто ничего не умеет. И вот они их приходят, спасают. А в идеале, как я понял, где-то трейлер, по-моему, даже был, что за место солдатов должны приходить свои капитаны. Вот. Но у нас-то капитанов пока нет. Поэтому приходят какие-то неймы. Так, чуть-чуть подзаработали. Когда мы найдем этот сканер финансового состояния рынка? Так, погоди, а мне же оттуда и надо было лететь. Главное, пилила НАТО, а называл Александр. Чего пилила НАТО? Ну, серия. А называл я. Лиза, привет. А, то, что я монтировала, в смысле? Ну, видимо, да. Лизочка, передавай привет всем. Всем привет от Лизы. Сейчас я вам где-нибудь провод перекушу, передам привет. Да, Лиз? Пока, ой, стоп, пока, мне с тобой не надо говорить. Лиз, ты чего такая села, смотрит? Что-то какая-то пришла, спала же вроде. Жопа кудрявая. Садись. По-моему, она охотится на кого-то. Отгадайте, на кого. Так. Я могу посадить грибок еще один. Не могу. А, нет, могу, если спущусь. Так, а у нас, интересно, вырос этот-то? О, вырос. Во, у нее такие штаны улиски. Я по поводу кудрей-то хочу просто пояснить. У нее она у нас длинношерстная. И вот если не высушить нормально их, то они у нее кудрями прям закручиваются там, как у овечки. Руно такое кудрявое. Так это еще из-за того, что мы там стриганули ей немножко. А ну да, мы еще обстригли там, марафет навели ей. Теперь там. Ну, чтоб ей удобнее было ходить по нужде. Так, я не понял. Теперь там кудри. У меня опять тот самый глюк. А как он вылечился в прошлый раз? Подожди, ну их же тут 240. Опять не стакается, да? Да, а вот сюда. Какой-то. Ха-ха-ха. Я не понял. Так оно не то, что не стакается. Оно просто не хочет перемещаться. Странно. Так я не понял. От чего это зависит? Почему оно так ломается внезапно? Я не понимаю. Все, сломался. Ну да. Ладно, давай пойдем гравитинный шар отдадим. Я думал просто еще один гравитинный шар посадить. Ну, чтобы росло и немножко там. Так, не понял. А что надо сделать, чтобы тебе угодить? Что мне не нравится?
Вырастите носителя гравитина и соберите с него урожай. У тебя не засчиталось. О, засчиталось. Только что. Надо было подождать немножко. Ты слишком быстро бегаешь. Этот звук я узнаю из тысячи. Ты несешь мне носителя гравитина, верно? На. О, такое ощущение, что я вижу старого друга. Давай их сюда. Прекрасная работа, странник. Вы изучили новый строительный элемент. Эхинококтус. Ага. Подходит для гидропонного выращивания внутри помещения. Для выращивания в поле создайте условия пустынного климата. Тамий 9, углерод и мякоть кактуса. А зачем оно нам нужно? Повсюду столько жизни во льдах и в огне, в условиях ядерной зимы и ядовитых пустошах. Думаю, ты уже понимаешь, что без жизненных планет просто не бывает, друг мой. Жизнь есть всегда, даже если на первый взгляд ее трудно заметить. Взгляни, скажем, на эхинококтус. Они встречаются на пустынных планетах и долго ждут своего шанса расцвести. Представь, каким станет это растение в более благоприятных условиях. А что хотел сказать? Нам бы есть смысл, допустим, взять морозный кристалл и еще посадить где-нибудь. То есть пусть здесь, в принципе, оно растет как растет. Кактус. Да, но вот прикол в том, что... Говорят, призойти надо. И пройдет. Да, ну у меня та же мысль была. А, он мне вообще ничего не хочет. А нет, смотри. Звездный лук переместил. Прикольно. О, кактус переместился. Ну пойдем мы эхинококтус пока этот посадим. Хотя, чего там надо? А, нормально. Тебе нужно вообще отдельное здание сделать вот так вот, с лестницей, в несколько этажей. Или вообще снаружи поставить эти купола, прям вот на улице. Да мне здесь нравится. Тебе для этого, я так понимаю, стекло нужно. Ну, тут топливо нужно, чтобы оно все работало. Ну да, опять же. Так, перезайти в игру, да? Надо это, сохраниться тогда, сбегать. Попробуем быстро перезайти. Потому что хотелось бы посадить, чтобы оно уже росло. А мы дальше бы полетели. Спокойно. Ну да. Так. Все-таки, а почему FPS проседает, интересно? Перезайти полностью надо или просто из сессии? Я думаю, что полностью надо. А, вертикальная синхронизация у меня выключена. Может, наоборот, ее включить. Тогда будет лучше. Но это не точно. Хотели перекрасить. Кого? Кстати, вы хранилище не хотели перекрасить, чтобы проще узнавать, где что лежит? Так это еще же запоминать надо, где что будет, под каким цветом. Вот именно. Я все равно буду путаться, мне это не поможет. Мне бы помогли таблички какие-нибудь там. Ну, кстати, идея хорошая, но почему-то вот Всюнг только на тиринг эффект экрана влияет. Нифига, он выравнивает FPS. И за счет этого игра может глаже ощущаться гораздо. Чем, допустим, если у меня 70 FPS будет. Точности от копилки. В смысле? Так. А, я же не туда сразу пришел. Какой я молодец. Ну-ка.
О, починилось. Плесень забираю тоже. В салоне смысла нет. Можно под морозные кристаллы отдельную ферму сделать сразу. Делай. Ребят, кто только присоединился, круто эти сделать. Может, купол попробовать сделать? Сколько вот он стоит? Не помнишь? Вот. Нам стекло нужно. 5 штук стекла. Ого, и живого стекла. Так 2. Я тебе же даже озвучила, что там стекло нужно. То, что там стекло нужно, я знаю. Но зато потом больше тратиться не нужно будет. Копилка, вы не задумывались о конкурсе шапок для канала? А, живое стекло, смазка и... Задумывались как-то. Как-то давно. Гаммакорин нужен много. Не, я думаю, пока смысла нет. Потом надо будет перестраивать просто. На одно стекло 250 морозного кристалла. Это нафиг. Нафиг. Выращивать надо. Так. Морозный кристалл этот. А чего не ставят? Там неверно. Что-то мешается, возможно, с той стороны. Я тут какой-то переход делал? Нет, не делал. Значит, надо удлинять. О. Пока-пока, кто уходит. Пока-пока. А, ну и помогло с глюком. Так, ну, вы же видите, на экране-то помогло же. Помогло, помогло, или кто-то там не смотрит, просто слушает. Так это, ну, видимо, не вопрос, это, видимо, было утверждение. Нет, это 2 раза уже. Я первый раз подумала, что, может, еще задержка там не показала. Человек 2 раз спрашивает. Так, я не понял. Что? База вне досягаемости? Ай, да ладно, я за радиус базы ушел, возможный. Да. Тьфу ты. Край не влазит. Ну, эти там можешь оставить, или ты... Ну, а смысл? Ну, 2 штуки не поставишь, но... А так придется разбирать материалы, получается, просто так. Ну, не знаю, обкоцанное такое получается. Потом перестроишь, когда денег будет. Хоть. Попой. Жуй, да. Спрашивают по поводу Horizon. Да, ребят, бесполезно спрашивать по поводу, будем проходить ту или иную игру. Я, ну, то есть мы не можем ответить, будем или не будем. Мы можем ответить, хотим. Но когда это будет, даже мы не знаем. Опять у меня тамия не хватает. Ну что за нафиг? Очень какой-то неприятный нафиг. Это тамий? Ладно, это у нас растет. Ну, значит, выгружаемся, летим дальше пока. Надо, похоже, на все базы спускаться и закупаться этим тамием. Потому что его постоянно нет. Угу. Я вот даже не знаю, что ответить на вопрос, какие игры вы хотите пройти в ближайшее время. У нас сейчас идут 2 долгоиграющие игры. Какие могут быть игры еще в ближайшее время? Никаких не будет. У нас сейчас идет Ведьмак 3, у нас сейчас идет Средиземье. Плюс еще идет 2 стрима параллельно. Ладно, полетели дальше. Я заблудился. Так.
Вроде сюда. Ну да, верно, а скоро еще Destiny 2 выходит и Ассасин новый. Но у нас, видимо, они пока никак не укладываются. В лучшем случае мы, может быть, там ту же Destiny на стримы возьмем, но не уверен я в этом. Потому что мы в РПГ всяких подобных любим позависать там, у торговца над предметами подумать, там подольше посидеть или еще что-то. Вот. Ну, на стримах народ обычно тоже нервный достаточно в этом плане. А нужна вам эта Destiny? А чего бы нет-то? Первая часть была прикольная. Мне и во второй понравилась и боевка, и планетки. Ну, планетки. НМС головного мозга. Взгляните на игру Hand of Fail. Или я не вижу. А, где? У меня, видимо, уже уплыло. Hands of Fate, наверное. Fate, наверное. Ты там, да? Да я же не вижу. Да, наверное, Fate. Я не говорю о прохождении, просто посмотреть хотя бы. А что за игра? Я смотрел на нее. Это такая карточная Dark Souls подобная игрушка. Интересная штука. Мне понравилась идея. Вон, видите, сколько заявок, все хотят, все просят. Прям не знаешь, за что схватиться. И надо квеста давно не было. И коопы были бы в тему тоже. Хоть разорвись. Ну да. Вышла вторая часть этой игры. Это в видимо, смысле, вот про Destiny. Про карты. А, Hands of Fate. Она разве вышла уже? Странно просто. Мне бы уведомление, по идее, пришло, потому что она у меня вроде добавлена. Говорят, тебе нужна еще одна НАТО. Ну, можно еще парочку. О, слышали? Ой, какая интересная планета. Тоннели такие полускрытые. Ага, сейчас какие-нибудь черви такие выскакивают и съедают нас. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Пустынная вроде, да? Нет? Не сойдет за пустынную? Сойдет за пустынную. А чего? Зачем нам пустынная? Ну, тут должно расти тогда что-нибудь типа хинокактуса. Еще желающие есть? Нет, посканировать. О, сделал задание. Ну что, обзовем ее? Давай сейчас. Я тут Тами вижу в нескольких. Это нет, мало всего. Знаете такую игру, стратегию Армелла? Мы даже играли ее. Даже играли, Саша, да. Саша играл. На стриме было дело. На канале YouTube залито, по-моему, было, да? Армелка, да, была. Доиграл. Я тут ручку уронил, он надо мной хихикает. Так. Маэстро. Правильно написал-то? Ну, вроде правильно. Поздравляю тебя с такой красненькой планеткой.
У нас тут, кстати, редких-то, по-моему, и нет вообще. Приближаются враги. Ну, стой, ты этот цилиндр посмотрел, да? Да. Ну, вроде как. Да. Угу. Тами. Открыл шампанское. Да замучаешься его собирать. Поскольку там надо Тами это было? Ой, много. Его постоянно так много уходит, а его теперь собирать тяжело. Раньше он в космосе везде был, этот Тами. Ну да, вылетел с планеты. Наковырял его там с астероидов. Мне, правда, минералы не то чтобы надо... О, тоже можно сканировать, а зачем? Забавно. Ах, плохой скрин. Небо такое, цвет. Голубое? Ну какое оно голубое-то? Оно какое-то прям такое суровое. Не знаю даже, как этот цвет назвать. Может, склад найдем? Конечно, найдем. Два. 10. Че мелочиться-то? Мастер, где там у тебя склады? Открывай. Да. Ты так низко летишь, наверное, вообще сложно будет заметить. О, тут тоже какие-то летающие площадки есть. Да. Они даже не то чтобы летающие, они как-то вот одним краешком опираются. Вы Южный парк смотрите? Нет, мы не смотрим такие вещи. Хм. Такая большая со стороны, кажется, маленькая. Площадка. На деле здоровая. Говорит, вон там есть. Вон там? Еще попробуем. Вон там. Надо попробовать еще освещение. Ой, ну-ка наверх. Ой. Подними-ка камеру. И такие планеты. Ага. А здесь еще атмосфера такая тонкая. Все планеты видно так хорошо. Звезды, то есть вот это все. Ага. При том, что вот солнце светит. Но он такой какой-то голубоватый. Когда перерывчик? Ну, минуту через 10, наверное. 27 минут сейчас. Не, она прикольно, красиво смотрится, так необычно. Вот эти вот изъеденные, вот эти вот... Не знаю, как даже это... Это даже не ущелье, не канавы, не тоннели. Потому что они же открытые. Смотрится забавно. И небо очень красивое. Ну, неба фактически тут нет. Скорее, как это назвать? Ну, небо, в принципе. Темное такое. Копилкин, на каком, на каких языках вы программируете? Киво сложное. Преимущественно PHP. Потому что только на них и заказывают, скажем так. На нем, точнее. О! Да выделывался. Здесь, похоже, вообще нет... каких-то баз. Хотя странно, склады вроде этих же. Как его? Стражей. Они вроде делают их на любых планетах.
Непонятно, видишь, везде отверстия вот эти вот. Ай. Надо это приземлиться, посканировать. Я вот не сделал этого. Может быть, тут какие-нибудь россыпи гравитинных шаров будут. Да нет. Не будет. Ого. Ну, тут пещера все-таки. Ай. Мастер пообещал, что здесь в пещере тебе перепадет что-то очень вкусное и много. Ага. Это как-то не очень. По-моему, это была ловушка. Ну, вот с него спрашивай. А где фонарик? Я не понял. Странно. Ну вот, видишь, теперь выкручивается и отмазывается, говорит. Когда это я говорил? А сам сказал и стер. Что это такое синенькое там? Платина? А, кризонит. Ну, кризонит-то вроде может пригодиться. Наконец-то попал на ваш стрим. Привет. Привет, привет. 3 раза в неделю идет. Может быть, у него часовой пояс какой-то очень сложный. Очень сложный. Здрасте. Ой. Да вы откуда в таком количестве-то? Очень сложно. Это когда в 5 часов утра в это время. Это очень сложно. У некоторых так и есть. Приходят, здороваются и уходят спать. Слишком близко. Ты скриншоты понаделал, да? Там прям понаделал, вот много, да. Понаделал. Это было 2 слова. Наделал и поделал. Получилось понаделал. А кто еще вот так слова составляет? Смешно. Я вот часто. Саша постоянно. Ну, типа маханы. Не трогай мою махану. Так. Как бы это ни прозвучало. Наверное, давай сюда сначала. Морозный кристалл. А, подожди. А, нет, мы тут не были. Безен Таита. Название такое. Безен Таита. Не признается, все правильно говорят, одни мы с тобой такие. Может, это Twitch Wall? Ну как вам No Man's Sky? Ну, если мы так долго играем, значит нормально, мне кажется. О, Лиза у меня, что ли? А, нет, не у меня, показалось. О, Тихон пришел. Ай! Фу! Да тут нереально разбиться. Тут в этой системе все морозные, что ли, планетки? Нет, ну, Маэстро у нас не морозный же. Маэстро горячий был. Прикольно.
почему, мастер, я же говорю, холодные. Ну, в смысле? Ну, маэстро же, у нас тоже планета предыдущая была, и не холодная. Она не холодная была, да? Ну, вроде не холодная. Или холодная. А, я не обратила внимания на температуру, мне почему-то показалось, что такая тоже там прохладная обстановочка была. А-а-а, горячая была. Ясно. Давайте мне склад. Привет всем, особенно Копилкиным. Спасибо за прохождение бюро. Смотрел кино. А, как кино на большом экране. В смысле, с первой части смотрел? А то мы там или ты про последнюю часть уже говоришь? DLC мы проходили недавно еще. Да. Если не видел, посмотри. Ну, оно такое, не то чтобы прям очень стоящее, но некоторые детали с ним становятся интереснее. Все части. Ага. Понятно. Склад? Нет. Рынок, похож, какой-то. Давай назовем ее сразу. Давай. Привет, привет всем опозданам. Вы мне портите внешний вид. Трава такая серая прям. Так, обозвать. Тут очень сложно, нечитаемо. F. F. X. Ой. X. Лик. Да-да-да-да-да. TX. Я вот не смогла прочесть, чтобы тебе просто озвучить это. Ну что, FX Licked X, поздравляю тебя с планетой. У нас морозный кристалл, флора обильная, фауна нормальная. Нам бы животных поубивать. У нас по заданиям столько висит, а мы такие миролюбимые, что у нас просто вообще куча заданий скопилось с этим. Назови следующую планету Кириллик. Нет, потому что у нас уже есть список имен, которые мы должны дать. Вот, после того, как мы с этим управимся... Ой... Это что такое? Я это F5 хотел сразу прожать. Почему-то у меня вот отработало. Ты кто? Ну, здравствуй. Ты же доброе существо. Ну, вроде нормальное. Оно меня боится. Ну стой. Да ты же себя со стороны не видел. Я шарик. Светящийся. Кругленький. Саш Николаев, еще четвертый раз напиши об этом. Молодец. Я просто не знаю, что тебе на это ответить, но здравствуйте, я только что серию посмотрел. Молодец. Молодец. Ты же зачем трогаешь мои листочки? Мало того, он еще из туалета пришел, я слышал. Да? Да. И сел прям вот этим всем вот прям на стол передо мной. Да. Потом сам будет нюхать. Ну на, листочки. Че вы тут делаете? Такой пришел, смотрит. Дайте ж. Нет, ну мы же все читаем. Просто, ну что я должна была ответить? Я поздоровалась со всеми, кто вот новеньких. У вас одновременно несколько человек пришло. Я со всеми поздоровалась. Вот как бы все, вся история. Пришел Тишка, передает вам привет. Из туалета пришел. С приветом. Тишка, лапы помыл? А?
справился, Теш? Ну давай, у меня еще на коврике посиди, да? Конечно. Ну да. Тему хороший. По так, поводу ладно. Списка планет. Пишут, интересный список, но как в него попасть? За денежку? Коррупция, коррупция. Да уже никак не попасть. Все уже. Ну, если мы не закончим с игрой тому моменту, как у нас кончатся нити, то мы продолжим, наверное, уже по сабам, наверное, по желающим делать. Если кто... Ну, я не знаю, не уверена. У нас там столько игр скопилось уже, которые тоже можно было бы поиграть. Нет, тут скорее вопрос в том, что я не уверен, что мы не закончим с НМС до того, как закончим список. Скорее всего, будет наоборот. Тишенька, зайчик мой, что случилось? Ты мой хороший. Да. Что-то пришел и грустит. Ага. Тебя Лиза покусала там, что ли? Кто тебя обидел? Ты чего, Тиш, такой? Действительно странно. Да ты мой хороший. Собираетесь ли вы проходить Unravel? Ну, ребят, я не знаю, но может быть это, конечно, новенький кто-то. Но сколько можно? Бесполезно спрашивать, что мы собираемся проходить. Unravel у нас на заметках. Мы хотели бы, но это все, что я могу сказать. По поводу неприличных вопросов, вот, задали, не задавайте неприличных вопросов, чтобы не получить неприличных ответов. Ну да. Ну, кстати, нам бы перерывчик сделать, наверное, небольшой. Да, пора уже. Сейчас я еще, наверное, здесь заскриню. Тише, вот зачем ты мне на клавиатуру лег? Она такая прикольная. А, понаоткрывал мне тут всякого. О, там что-то хорошее. В общем, я чат не вижу, у меня тут вкладки понаоткрывал Тихон. Разлегся на клавиатуре, лежит довольный. Давайте мне агрессивных созданий, чтобы я с чистой совестью мог их убить. Давайте вы глаза все закроете внезапно. Ой. Он, по-моему, тебя напугался. О, морозный кристалл. Там я давно что-то не было. Надо еще какой-нибудь скрин хороший сделать. И можно, наверное, полететь. Ой, я замерзаю. Короче, все закрыли глаза. Все закрыли, да? Да, все закрыли. Или закрывайте, кто не успел. Сейчас будет кровопролитие. Кровопролитие.
Так. Саш, только скажи, когда можно открывать будет. А, ну я еще не начал. Вы пока это не смотрите. Не, ну вот эти маленькие мне их жалко. А больших не жалко, да? И больших не жалко. Ну ты бы хоть предупредил. Так ну закрыли же глаза уже все. Ты же сказал, пока не закрываете. Нет, я сказал, закрывайте. А. Не открывайте, я сказал пока. Не открывайте. А где еще-то одна штука? А вот она. Все, сделал или нет? Или мне еще там по заданию надо сделать? Вы пока это не открывайте, не смотрите. Я сейчас проверю. Нет, у меня только одно задание сделалось. Даже я глаза закрою, пожалуй. Но мы на мясо их убиваем, то есть на пропитание, так что все нормально. Мы же не просто для развлечения. Так, здесь сделал. Здесь что осталось? Ого, 9 из 15. Кошмар. Чего они там такие голодные-то? Так это мы просто набрали задание и не делали. Ничего не было. Успела. Ах ты, зараза какая. Так, сделал. О, тут птица какая-то летает, кстати. Точно. Кто это там пришел, тише? Риза, что? Риза ходит. Вот мои ручки. Ничего не делал. Сидит Александр такой перед монитором, ручками крутит. Геймпад отбросил такой и сидит ручками крутит пустыми. Все, все сделал. Все, открывайте. Кто закрывал? Так, полетели, значит. Нам на перерыв надо. Да, да, да. Я помню. А еще мне надо железо. Так. Ага, ну ладно. Тыковка такая одна, одинёшенька. Тишка, хулиган. Хулиган-то сразу. У вас тут на столе столько всего интересного, а он хулиган. Да, тише, скажи.
Ты на станцию, да? Да, на станцию, потом нам надо вернуться будет на базу. Ну, мы, наверное, сейчас долетим как раз, и тогда уйдем на перерыв. Пришел на стрим и закрыл глаза. Моя детская психика. Он такой лежит хороший. Ага. Мягкий. Я теплый. Думаю, долго лететь. А хотя не, нормально. Пушистый, добрый. Балуется. Угу. Мне все можно. Не порежется он об бумажку? Да нет, не порежется. А, снаружи планету не сфотал. Тьфу. Чего вы молчали-то раньше? Да. Свет, молодец, хоть сказал, а то бы сейчас вообще... Давай отсюда щелкнем. Да не, ну это не серьезно. Не, ну молодцы, все равно напомнили, мы бы забыли. Ну да. Причем одновременно, смотри, завопили все такие. Ну вот, теперь 20 секунд обратно лететь. По поводу тишки, а когда не лежит, полная противоположность. Нет, он все равно очаровательный, классный, даже когда не лежит, даже когда шкодит. Ох уж эта задержка. Ну, ребят, скоро этот твичкон будет. Может быть, и правда объявят какую-нибудь новую фичу о сниженной задержке. Сейчас же есть, например, вот у Microsoft... Ну, может быть, знали, не знаю, точнее, может быть, кто-то знает, есть, был, точнее, такой BIM сервис. Вот, у него была как раз фича в том, что там очень маленькая задержка. Вот, Microsoft его выкупила со всеми потрохами. И теперь сервис называется Mixer. Что-то там, я не помню. Вот, и там как раз основная фича, опять же, является в том, что... Задержка буквально там 2-3 секунды, наверное. Может быть, даже меньше, я не знаю. Я не тестил. Вот. На Твиче, насколько я знаю, тоже была функция вот эта в тестировании, в бете. Но сейчас галочку убрали. Я на прошлом стриме еще говорил, вот ходят слухи, что заанонсят, скорее всего, новую фичу с тем, что задержка будет минимальная. Это будет очень круто. Ну, вообще не знаю, то есть я обычно, когда смотрю стримы, у меня задержка идет в секунд 10-15. Не так много. Хотя, конечно, если бы она была секунд хотя бы 5, это было бы очень круто. Вот это уже действительно можно было бы назвать прям живым эфиром. Кстати, я забыл еще сказать в начале стрима, я там все планетки, которые мы в прошлый раз понаходили, все залил в трелку. Команда NMS есть в этом чатике, чтобы посмотреть, если кому-то интересно. Там фактически видно весь наш путь пролета, хотя он у нас такой рандомный, что я не думаю, что это какой-то особый интерес должно вызывать. Ну так на планетке посмотреть разве что. Там есть интересные экземпляры. Чатики, ссылочка. Да. Так, давай попробуем сдаться. Говорили вроде, что можно сразу одному все сдать или нет? Так, нейротрубка X3. По деньгам как-то вообще мало, конечно. Репутация, если только. А тут, по идее, чем больше репутация будет, тем дороже, наверное, квесты потом будут. Ну да, что-то такое говорили. Ого, здесь нанитов дали.
О, гильдия наемников. Типа... А, ну только это и так каждый раз пишет. Ага. То есть я могу набрать, в принципе, еще каких-то. Охота на пиратов низкого уровня, сканирование минералов можно смело брать. У нас еще есть несколько планет, которые мы исследуем за сегодня. Пиратов можно взять, на нас постоянно нападают. Да. Что неприятно? А, это у нас в процессе. Нападение на планетарный склад, да, мы не сделали. А, уничтожение стража, ага. Это тоже можно смело. Ну и пиратов тоже можно взять, да. Ну и все. А вот интересно дальше. Скопление нанитов заброшенные. Друзья. Загадочный инструмент. Импульсная тяга Сигма. Это, видимо, рецепт. Чертеж. Схема. Ну да, это все схема, видимо. Ну, хорошо. Ладно. Ну все, ребят, давайте тогда на перерывчик. А есть ограничения по количеству квестов? По-моему, нет. Но я не знаю точно. Ну вот. Все, тогда на перерывчик. Минуток на 10, я думаю, как обычно. Я в процессе еще где-нибудь под конец включу ролик с цитатника. Вот. Все. За печеньками.